22 апреля на базе юридического факультета КФУ состоялось открытие модельного судебного процесса для начинающих юристов «Всероссийские судебные дебаты 2016». В обсуждении актуальных проблем правовой действительности приняли участие около 120 студентов из разных вузов России, а количество судей, которые были приглашены на модель судебных процессов, превышает 20. Цель мероприятия – это максимальная практика для будущих юристов. Для чего нужно это мероприятие? Для того, чтобы студенты, выпускаясь с юридического факультета, не только теоретически знали о том, что такое право, но и могли почувствовать на себе ту практическую значимость, которая будет впоследствии для них необходима. Потому что без практики юрист не становится юристом. В этом году смоделированные судебные заседания разделены на 4 секции – гражданское, уголовное, конституционное судопроизводство и тренировочная секция по гражданскому судопроизводству. Участие в судебном процессе, обсуждая актуальные темы и защищая свою сторону в присутствии компетентных юридических вопросах лиц, позволяет будущим юристам грамотно излагать свои мысли. Я приехал сюда в первый раз. Меня преподаватель, в принципе, предложил приехать, посмотреть, поучаствовать. Долго готовились. Цель была такая, что просто было интересно, новый формат. Такого, допустим, вот у нас в ГЮА не проходит, то есть именно вот такого юридического батла никогда не было. Очень интересно было вообще посмотреть, очень интересно было посмотреть сам город, Казань и поучаствовать. Ну и, конечно, хотелось бы победить. Итоги студенческих судебных дебатов будут известны 23 апреля на закрытии мероприятия. Адиля Валеева, Руслан Уразаев, Универньюз.